федеральные инвестиции, привлеченные через САФУ в регион и создающие такую достаточно приличную базу. Извините, пожалуйста, Игорь Анатольевич, что мы вас перебиваем. Но мы хотели о развитии поговорить, а получается, что вы превращаете это заседание в лекцию о том, какое у нас хорошее САФУ. И мы этот разговор должны были с вами начинать 2 месяца назад, пока не было подписано пресловутое распоряжение. На сегодняшний Архангельского, отмена, ликвидация Архангельского филиала финансового университета. И все, кто вот это право выбора нашего защищает, я прошу покинуть эту аудиторию. У вас глупости, то давайте не заниматься. Вы что тоже? Это не глупости, вы нас должны были спросить. Мы отвечаем за всех студентов. Что за кого отвечаем? Я студент университета отвечаю. Ну, прекрасно, вы получите 6-й курс, получите полфин университета. Давайте мы продолжим, потому что я на самом деле буду приглашать. Где ваша культура, уважаемые? Наша культура, где ваша? Я на самом деле приглашал сюда для общения, поэтому я пришел сюда общаться, хотя это не является, так сказать, требованием кого-то, что если кто не готов общаться, то иначе. Ну, на самом деле я не услышал никакого предложения для общения. Я услышал. Ну решение тоже принято. А было раньше надо, наверное, общаться с нами. Вы знаете, опять-таки, вы считаете, что если решение уже принято, то возможности для диалога нет. Ну так это во всех случаях так и ну, это даже не попахивает конструктивом, это попахивает просто димаш. Нужно сформировать базу принятия решения, что делать с музыкой. И для меня, например, для губернатора, потеря такой школы, которая сегодня существует в ЗФУИ, это удар по экономике региона. Вы ее влияете, получается? Ну, вы знаете, мы же с вами грамотные люди и там готовимся стать специалистами. Вы нас переводите в САФУ, нам как супергивентов, которые собираются поступать именно в это заведение, а не в САФУ. Поступать больше некуда. Вы пользуетесь каким-то непонятным распоряжением без подписи Медведева. Получается, поэтому правительству Российской Федерации по распоряжению я могу написать точно такую же фиктивную бумажку, прийти к вам и требовать то, что я хочу. Ну, молодцы. Вы, получается, вы обманываете народ, вы покрываете живых сапушников, которые пытаются все под себя поменять, ввести монополию на образование. Если будет монополия, где я буду учиться дальше? А вы знаете такой университет Кембридж? Знаю. Вы считаете там монополию образования? А что вы там институт, вы знаете? Что вы мне, например, приводите, я здесь про себя Вы мне про Архангельск говорите, а не про Запад. А я хочу, чтобы вы были лучше, чем Москва. Лучше, чем Кембридж. Нет, в САФУ? Да, в САФУ. Это самое функционирующее заведение Архангельска. Региональном университете Архангельской области. Какое? В САФУ? Это лживое заведение, понимаете? Вы знаете, тон, который предлагается, он не соответствует даже диалогу. Я уже вам сказал, я пришел для диалога. Вы покрываете людей, которые пытаются... Документ правительства пытаетесь назвать лживым. САФУ обзываете, где подпись, документ правительства? Где подпись? Вы на каком курсе учитесь? Я еще здесь не учусь, я в Украине. Я буду слышать, кто сюда поступает. Человек, который знает, как работает с правительственными документами, знает, что... Конференцию я хорошо знаю. Ну, и документ, в котором нет подписи, он является туалетной бумагой. Я предлагаю вам институт. У вас здоровья много, наверное, да? Я предлагаю вам институт. Когда вы будете знать, как готовится документ. Ну, не в САФУ только. А вы бы молчали. Так, хорошо. Уважаемые коллеги, корректность, соблюдайте культуру. Что вы... Подождите.